Ты заметил, что тебе сложно жить? Тогда смотри наши лайфхаки, и все пойдет как по маслу. Это пенка, это пенка! Если вам нужно подвесить что-то с помощью веревки, просуньте ее в отверстие и перекрестите концы. Проденьте веревку еще один раз, как показано на видео, суньте кончик под петлей и хорошенько затяните. При натяжении петля будет еще крепче затягиваться, а развязать ее можно без особых усилий. Вы решили послушать музыку, но вам не нравится слишком длинный провод наушников? Сложите лишнюю часть в несколько раз и зафиксируйте в отверстии для ремня. Теперь все выглядит более опрятно. Закончилась туалетная бумага? Эта трубка еще может пригодиться. Нарисуйте линию на расстоянии 1,5 см от ее конца, разделите окружность на 4 части и сделайте надрезы от точек разделения до линии. Подогните части внутрь трубки, как показано на видео, чтобы получился вот такой стаканчик. Насыпав внутрь земли и посадив туда семена растений, мы получим идеальный контейнер для рассады, которую, не извлекая, можно высаживать на грядку. Освежители воздуха часто оставляют следы ржавчины на керамической плитке. Вам поможет обычный лак для ногтей. Нанесите небольшой слой на нижнюю часть баллона, после чего вы забудете об этой проблеме. Возьмите один большой биндер и два маленьких, скрепите их вместе, как показано на видео, и получите отличную подставку для смартфона, которая сделает просмотр видео более удобным. Вы купили рулетик, но по какой-то причине у вас нету ножа? Воспользуйтесь зубной или обычной ниткой. Натяните ее между пальцами и надавите на рулет, двигая ниткой в разные стороны. Вот и все, приятного аппетита! Вы не можете собрать кубик Рубик, но вам очень надо это сделать. Давайте немножко схитрим. Возьмите отвертку и подденьте средний кубик любой из граней. Таким образом, кубик можно разобрать до его основания, где каждый оставшийся квадратик указывает на цвет этой стороны. Собираем части обратно с правильным расположением цветов и наслаждаемся своей гениальностью. Если в холодные дни ручка переключения передач охлаждается и держаться за нее в непрогретой машине то еще удовольствие, прихватите из дому старый носок и наденьте его на переключатель. Теперь холод в руке не будет приносить вам дискомфорт. Многие покупают чипсы в цилиндрической упаковке, но когда вы доели, эту крышечку не стоит выбрасывать. Она может подойти к вашему стакану и при надобности поможет сохранить жидкость внутри. Суперклей часто выручает в различных ситуациях, но если площадь соприкосновения маленькая, то такое соединение не будет надежным. Ситуацию изменит обычная сода, которую надо насыпать прямо на клей, и он мгновенно затвердевает. Удивительно, но если повторить процедуру, то можно получить жесткую основу по прочности, не уступающую холодной сварке. Если вам понравилось видео, то никогда не курите травку. Наркотики — это плохо.